Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Итак, ребятки, прежде чем начать нашу с вами игру, давайте для начала познакомимся. Меня зовут Света, а вас? Меня Софья Титова. Софья Титова, очень приятно. А вас, молодой человек? Меня Рома Кириченко. Итак, ребята, страна безопасности – это единственное место на Земле, где с вами никогда ничего плохого не случится. Да. На протяжении 4 дней... 4 дня мы с вами будем играть, прежде чем определим победителя. Мы с вами будем учиться правилам безопасного поведения. И постараемся этим же правилам научить наших телезрителей, чтобы они что-то почерпнули из наших игр полезное. Договорились? Да. Хорошо. Это первый момент. И второй очень приятный. Вы уже, наверное, знаете, что это у нас конкурс, соревнование. А это значит, что по истечении 4 игровых дней у нас с вами определится победитель, который получит главный приз. А тот, кто проиграет, он тоже получает приз. Но прежде чем приступить к нашему первому испытанию, я хочу познакомить наших маленьких телезрителей с главными героями этой недели. Добиться успеха непросто, а уж попасть на телевидение и стать ведущим программы и того сложнее. Если кто-то думает, что детям это дается проще, сразу скажем, это не так. Героям нашей сегодняшней программы наравне с другими ребятами тоже пришлось поучаствовать в кастинге. Рома, скажи, ты уже определился, кем станешь, когда вырастешь? Какая профессия у тебя будет? Хочу стать гонщиком. Так мы познакомились с Романом. А так как красивых и умных девочек во время кастинга оказалось еще больше, то и выбор оказался еще более сложным. И вдруг детский сад нас по-прежнему ждет. Пора нам прощаться, наша школа зовет. Скажем честно, достойных претендентов оказалось предостаточно, но выбор сделан, и сегодня в бой вступают Роман и Софья. Ребята, вы уже не первая команда, которая вступает в борьбу в стране безопасности. И предыдущие все игры ребятушки показали, что бороться нужно до самого последнего момента, последней минуточки. Готовы побороться? Да. Правильно, так и должно быть. Победитель всегда должен быть так настроен. Хорошо, ребятки. Ну что, я предлагаю приступить к нашему первому конкурсу. Это разминка. Как я уже говорила, 4 дня мы с вами будем изучать правила дорожного движения. Ну а тема нашей первой игры – это транспорт специального назначения. То есть это не просто легковые машины, автобусы, троллейбусы, а те машины, которые всегда едут людям на помощь. И для начала я предлагаю вспомнить номера телефонов, по которым нужно вызывать эти самые машины. Ребят, первое задание на сообразительность. Я буду вам читать загадку, а вы должны будете назвать номер, по которому нужно звонить в одну из служб, которая нужна в той или иной ситуации людям. Давайте для начала вы каждый подойдете к своей доске. Ромочка, ты иди к своей справа. София, ты здесь слева. Итак, ребят, слушаем внимательно первую загадку и показываем ручкой на номер телефон, который является отгадкой, да. Слушай внимательно. Если в доме вспыхнет пламя, вряд ли справитесь вы сами. Перед тем, как спорить с ним, наберите... Что наберите? Когда пламя разыгралось дома. 103. Так, Рома считает 103. А София как считает? 103. Вы ошиблись, и Софья ошиблась, и ты. 103 – это не пожарная машина. Пожарную машину можно вызвать по номеру 101, либо 112. Покажите мне эти номера. 101 и 112. Правильно, Софья, это 101. Рома, правильно. А 112? Софьюшка, это 112 ты показываешь сейчас? Рома, правильно? 1, 1, 2. Молодец, да, вот. 101, ребята, и 112. Запомните, пожалуйста, по этим номерам можно вызвать пожарную службу. Ребятки, забыла вам еще сказать важное обстоятельство. Мы с вами будем зарабатывать фишки. Вот здесь за каждый правильный ответ вы получите по одной. Ну, первую загадку никто правильно не отгадал, поэтому никто не зарабатывает. А внимательно слушает вторую загадку. Если видишь преступление и к нему приготовление, граждан защити права, набери скорей... 102. Софья, сами думаем своей головушкой. Так, Рома определился. Софья, ты как думаешь, по какому номеру нужно звонить, если видишь, что преступление готовят преступники? 102. Да. Правильно, ребята, вы абсолютно правильно ответили. 102 – это как раз-таки номер милиции, милицию, по которому можно вызвать. Да. Так, ребятки, каждый по фишке заработал. И каждому из вас я сейчас сама быстренько положу в коробочки. Вот так. Итак, слушаем третью загадку. Если человеку плохо, толку нет вздыхать и охать. Срочно номер набери. Скорой помощи.
Итак, ребята, молодцы, ответили вы правильно, но Ромочка был чуть-чуть быстрее Софьи, поэтому Роме за скорость одну фишку и за правильный ответ, и Софье одну фишку за правильный ответ. Вот, Софья, твоя одна, и Ромочка, твои две. И последняя загадка, слушаем внимательно, последняя возможность заработать фишки в первом конкурсе. Если в доме пахнет газом, форточки откройте сразу, не включайте свет в квартире и звоните молча. Просто показываем. Все, Софья тоже определилась. Рома, ты абсолютно прав. Газовую службу мы звоним по номеру 104. Софьюшка, 104. Вот выше чуть-чуть, да, картинка? Вот это вот правильный номер. Запомнишь? 104. Угу. Молодцы, ребята. Ром, ты был быстрее, ответ правильный. Две фишки снова в твою коробочку. Молодцы, ребятушки, присаживайтесь. Ну что, ребятушки, сейчас я хочу вас познакомить с очень интересным человеком, тетей Катей. Предлагаю обратить ваше внимание на экран. Поворачиваемся. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Леонидовна. Я представитель такой важной и ответственной службы, как Государственная автомобильная инспекция, сотрудники которой обеспечивают безопасность дорожного движения на дорогах нашего города и области. Вы обращали внимание, как много транспорта на наших улицах? Есть и юркие легковушки, важные грузовики и автобусы с троллейбусами. Но кроме обычных машин существуют автомобили специального назначения. Они отличаются специальной раскраской, проблесковыми маячками синего или красного цвета, а также специальными звуковыми сигналами. Ребята, а назовите мне, какой специальный транспорт вы знаете? Ребят, какой специальный транспорт вы знаете? Правильно, машина милиции, службы. Так, Рома, такси. О, такси, да. Пожарная машина, правильно, специальная, которая на помощь приезжает. Да. Ну, такси, конечно, тоже довезет куда надо, но это немножко другое. Специальный транспорт – это скорая помощь, пожарная или милицейская машина. Эти автомобили могут нарушать правила. Ехать на красный сигнал светофора, против движения, превышать скорость. Но все это связано с необходимостью быстрее потушить пожар, помочь больному или задержать преступника. Если вы, ребята, видите машину с синим или красным проблесковым маячком и слышите звуковой сигнал, то обязательно пропустите ее. Даже если для вас горит зеленый свет, и вы идете по пешеходному переходу. Ребята, я надеюсь, что за сегодняшнюю игру вы узнали много чего полезного и интересного. Желаю вам успехов в игре и прощаюсь с вами до завтра. Ребята, наш первый конкурсный день, Ромка, подходит к своему завершению. Но это еще не все задания, которые я для вас приготовила. Ребят, самое простое и интересное задание – это разгадывание загадок. Я предлагаю вам еще поразгадывать. Согласны? Да. Но прежде чем я буду вам загадывать, сейчас мы с вами быстренько развесим картинки, отгадки на наши загадки. Идемте быстренько. Ром, тебе вот твои держи. Итак, ребята, картинки у каждого на стенде. Я читаю вам загадку. Отгадку вы ищете на доске и быстро приносите мне. Задание на скорость. За каждый правильный ответ одна фишка, плюс фишка тому, кто справится с этим заданием быстрее. То есть за каждый правильный ответ есть возможность заработать две фишки. Понятно? Да. Итак, слушаем первую загадку. На помощь машина примчится, лекарство в ней врач привезет, от всяких болезней спасет. Ты номер, конечно же, помнишь, 103 это... Побежали! 103 это что? Прибежали! Ромка, что 103 это за номер? Я говорила номер 103, а у тебя, видишь, написано 102. Неси обратно свой рисунок, неси обратно. Софья, а ты... Это что за машина? Скорая помощь. Правильно, Софьюшка, ты ответила правильно и сделала это быстрее Ромы, поэтому заработала две фишки. С чем я тебя и поздравляю. Поддался. Ну, ты как мужчина, наверное, да, действительно, ты поддался. Ребят, слушаем вторую загадку внимательно и реагируем быстро. И к дому машина спешит, она длинный шланг развернет и пламя водой зальет за то, что пожар потушили. Спасибо. Кому спасибо? Чему спасибо? Быстрее, быстрее. А чё, мы говорили о пожаре, Софьюшка, пожар, а здесь написано «милиция». Ромка, что это за машина? Пожарная машина. Молодец, ответил правильно и очень быстро, поэтому две фишки тебе. Держи.
Софьюшка, внимательно слушаем следующую загадку. Много есть машин спецслужбы. Должен жить ты с ними в дружбе. Все помощники твои. Даже строгая... Так, ребятки, что это за машина? Милиция. Милиция, ребятушки. А в нашем с вами случае речь шла в загадке о машинах ГАИ. Смотрите, есть на доске у вас гаишников машина? Есть? Принесите мне эти. Это уже, ребят, не на скорость. Да, вот именно эту машину нужно было вам принести. Так что, ребятка, вы эту загадку никто из вас не отгадал. А это, пожалуйста, развесьте. Может быть, вам еще пригодятся эти картинки. Повесьте обратно. Присаживайтесь и слушайте последнюю загадку. Ребята, будьте внимательны. Это последняя возможность на сегодня заработать фишки. Так, слушаем. На спине моей мигалка, сразу видно, я спешу. Во дворах, подъездах, парках я порядок навожу. Побежали. О какой машине говорить? Ответил ты правильно. Что это за машина? Полиция. Милиция. Правильно. Машина милиция. Ром, быстрые ответы правильны, поэтому две фишки тебе. Софьюшка, ты тоже ответила правильно. Поэтому фишечка тебе. Ну что, я же говорила, что это было последнее испытание на сегодня, ребят. Давайте посчитаем, сколько удалось вам сегодня заработать фишек. Нет, Софьюшки, пять. Рома, у тебя? Раз. Два. Три. Ой, много. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Ох, ничего себе, целых 9 фишек, у Софьюшки 5. Итак, ребят, ну смотрите, сколько много фишек вам сегодня удалось заработать. У Софьюшки немножко меньше, но это ничего страшного, у нас впереди еще целых 3 соревновательных дня. Так что, ребята, готовимся к завтрашнему соревнованию, договорились? Да. И до встречи в стране безопасности. Пока-пока. 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 Одежда для ведущей предоставлена магазином женской одежды «Бурвин», проспект Ленина, 51.